Почтовое отделение связи на улице Юбилейной вновь распахнуло свои двери. Там завершился капитальный ремонт и переоформление помещения по новым стандартам. Как оценили преображение жители округа, расскажем в нашем сюжете. Почтовое отделение на Юбилейной 13 открыто более 15 лет назад, но сегодня оно выглядит совершенно по-другому. Современный дизайн, просторные помещения, новое оборудование, комфортная зона ожидания и благоустроенная территория. В рамках капитального ремонта заменили кровлю и инженерные коммуникации. На такое масштабное преображение понадобилось всего 4 месяца. Это новый подход Почты России для реализации проектов. Новая, конечно, инфраструктура и новые барьеры, да, новые без барьеров. Офис, так называемый, чтобы мы видели контакт нашего клиента и нашего оператора глаза в глаза. Живу рядом, часто заходила в это отделение связи. Ну, конечно, да. Стало намного лучше, красивее, уютнее. Ходила мимо, видела, как все преобразилось, входную группу, все здорово. Не только изменился внешний вид, но и появились дополнительные услуги. Отделение связи теперь обслуживает маркетплейсы. Для этого работают отдельные окна. Также Почта России ввела систему электронной записи. Все современные методы управления, цифра, как мы всегда говорим, она здесь присутствует. Пообщались с коллективом, коллектив сплоченный, работают все очень давно, жители Люберец. И, конечно же, я поздравляю и в первую очередь работников этого отделения и руководство почты с тем, что такой шаг сделан. Почта сильно развивается, можно сказать, идет семимильными шагами. Она интегрирована в современную среду. Работа по модернизации продолжается. В следующем году такие изменения ждут еще 2 отделения связи. И тогда уже все филиалы Почты России в городском округе Люберцы будут соответствовать современным стандартам. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.